Третий том «Добротолюбие», страница 280. Святого Максима Исповедника, умозрительные и деятельные главы, 197. «Демоны ни целомудрие не ненавидят, ни постом не гнушаются, равно как ни раздаянием имений, ни странноприимством, ни псалмопением, ни прилежанием к чтению, ни уединением, ни высокими умозрениями, ни спанием на голой земле, ни бдением, ни всем другим, чем характеризуется жизнь по Богу, пока целью таких дел поставляется что-нибудь им угодное». Демоны, борющие при недостатке добродетели, суть те, которые научают блуду и пьянству, серебролюбию и зависти, а при добродетелях борющие суть те, которые научают самомнению, тщеславию и гордости, и таким образом через десное скрытно насевают в нас левое. О, когда бы нам этим духом злобы, который невидимо приступает к нам с притворным видом духовной дружбы и в намерении благим нам соделать смерть греховную. Говорят, будем и мы строить вместе с вами, 2 Езра 5.65, отвечать, нет вам и нам того, чтобы вместе строить дом Господу Богу нашему. Мы одни созиждем его Господу Богу Израилеву. 5.68, 2 Езры. Одни, потому что освободившись от духов, борющих по недостатку добродетели, которых мы уже избежали, не хотим опять быть искушенными и от вас, вознесшись избытком ее, и пасть падением, столько гибельнейшим первого, сколько в том была легче надежда восстания. Потому что мы тогда были в числе снисходительно прощаемых по причине немощи. А в том, или совсем ее нет, или она очень затруднительна, потому что мы будем в состоянии ненавидимых за гордость. И мы не одни, потому что имеем святых ангелов помощниками себе в добром, более же самого Бога, нам себя являющего делами правды, и нас себе созидающего святый храм, свободный от всякой страсти. 200. Много может молитва праведного поспешествуема, как сказано. Поспешествуема же она бывает двояко. Первое, когда молящийся сам праведен и возносит к Богу молитву при делах по заповедям, как такую, которая не в одном только слове состоит и не пустым звуком голоса произносится и предлежит праздную, ничего твердого под собою не имеющую, но есть действенно и жива, воодушевляема, будучи делами по заповедям. Ибо сила и состоятельность молитвы зависят от исполнения заповедей через творение добродетелей. Вследствие чего праведные имеют сильную и многомощную молитву, поспешествуемую заповедями. Второе, когда кто, прося молитву у праведного, сам творит дела молитвы, обещая исправить и действительно исправляя прежнюю жизнь. И таким добрым своим обращением делая молитву праведного сильную и многомогущую. Никакой нет пользы от молитвы праведного для прибегающего к ней, когда он более услаждается грешными делами, чем добродетелями. Так некогда великий Самуил оплакивал Саула грешащего, но у милости ведь за него Бога не был силен, не прияв поспешество плачу своему подобающего исправления грешащего. Почему Бог, останавливая раба своего от бесполезного плача, говорит ему, «Доколе ты плачешь о Сауле? Я же уничижил его не царствовать во Израиле». Опять Иеремия сострадательнейший, молясь о народе иудейском до безумия прилепившемся к прелести демонской, не услышивается, потому что молитва его не была подкрепляема обращением безбожных иудеев от этой прелести. Почему, останавливая и его от непрестанного умаливания без пользы, Бог говорит, не молись за людей сих и не проси, чтобы быть им помилованными, и не моли, ибо я не услышу тебя. Иеремия 7:16. Знак великого невежества,
чтобы не сказать безумие, искать спасение молитвами святых тому, что сердце услаждается пагубными делами и просит прощения в том, чем с самохвальством в то же время действительно сквернится он в мыслях и чувствах. Просящему молитвы праведного не должно позволять самому себе делать ее бесплодной и недейственную, если воистину ненавидит зло, но, окрыляя ее своими добродетелями, делать ее действенную и сильную, востечь до могущего давать оставление при грешении. Много может молитва праведного, поспешествуемо будучи, или праведным, творящим ее, или тем, кто просит праведного творить ее. Со стороны праведного поспешествуется она тем, что дает ему дерзновение перед лицом того, кто мощен исполнять прошения праведных. А со стороны того, кто просит о ней праведного, тем, если он оставляет прежнее свое худонравие и всем сердцем обращается к добродетели. Слово истины двоякую ведает печаль, из коих первая в душе составляется невидимо, а вторая видимо устрояется в чувственном порядке. Та вся всю глубь души объемлет, будучи причиняема бичами совести. А эта чувственность облагает, удерживая ее от естественного ему разлияния тяжести и бедствий прискорбных. Как две печали ведает слово истины, так знает оно и два рода искушений, из которых одни внутри, в области произволения, устрояются возбуждением худых пожеланий, а другие, помимо произволения, совне находят в виде невольных неприятностей, скорбей и бед. Первое бывает причиной печали душевной, а второе – печали чувственной. Искушение в области произволения, устрояющееся, душе печаль причиняет, а чувственности доставляют удовольствие. Напротив, искушение непроизвольное душу, разумно его встречающее, утешает, а плоть тяготит печалью. Думаю, что это когда Господь и Бог наш научал учеников своих, как должно молиться, то словами «не веди нас в искушение» внушал отмаливаться от искушений в области произволения устрояющихся, то есть от возбуждений похоти, колеблющих доброе расположение и намерение. А великий Иаков, братом Господа именуемый, научая подвязающихся за истину не поражаться находящими искушениями, имел в виду искушения непроизвольные, говоря: «Всякая радость имейте, братья мои, когда в искушения впадаете различные». То есть непроизвольные, помимо воли нашей находящие, причиняющие скорби и тяготы. Это ясно показывает следующее затем и другим изречением слова. «Ибо там Господь присовокупляет, но избави нас от лукавого», а здесь великий Яков наводит: «Ведая, что искушение вашей веры соделает терпение, терпение же дело совершенно да имеет, и да будет совершенно и всецелы, и ни в чем не имея нужды». Совершен тот, кто с произвольными искушениями борется воздержанием и непроизвольное переносит терпением, а всецел тот, кто деяние совершает сведением и умозрение не оставляет бездейственным. 210. Ум и чувство, противоположное одно другому, имеют естественное действие, по крайнему несходству и разности предметов их. Тот предметами своими имеет мысленные и бестелесные сущности, которые восприемлет бестелесно. А это чувственные и телесные естества, которые и восприемлет чувственно. Ум, как только начнет считать чувства своей собственной естественной силою, то, оплетшись видимостями чувственных вещей, делается изобретателем плотских удовольствий, не имея силы возвыситься над естеством видимых вещей по причине пристрастного расположения к чувству. Спасительным удовольствием называется обрадование души по причине добродетели, а душеполезным неудовольствием – скорбение плоти из-за добродетели. Почему страстно предающийся чувственным благам не на должное обращает свое стремление и отвращающийся от случайностей, причиняющих лишение сих благ,
бежит от того, от чего не следует убегать. Как без солнечного света глаз не может воспринимать чувственное, так без духовного света ум человеческий никогда не может воспринять духовного созерцания. Ибо чувственный свет, естественно, освещает чувства к восприятию видения вещей чувственных, а свет духовный осеивает ум к созерцательному постижению сверхчувственного. Придумание произвольных притрудностей и наведение непроизвольных, хотя заморяют похотение, пресекая действенное его движение, не уничтожает, однако ж, силы или способности к рождению, лежащие в естестве нашем, как закон. Ибо добродетельное любомудрие обыкновенно порождает бесстрастие воли, а не естества. По закону бесстрастию, по каковому бесстрастию воли, посещает ум благодать божественного услаждения. Невозможно, чтобы Господь по естеству сущий, мудр, праведен и всемогущ, как мудрый, не ведал способа врачевания нашего заболевшего грехом естества, как праведный не восхотел как-то властительски содевать спасение человека волею подпавшего под иго и вину греха, как всемогущий не силен был совершить, что требовалось к уврачеванию нашему. Премудрость Божия обнаруживается в том, что он воистину существенно соделывается человеком. Правда в том, что он через рождение воспринял способное, подобно нам, страдать естество. Всемогущество в том, что он страданиями и смертью устроил для нашего естества непрестающую жизнь и неизменное бесстрастие. Завидуя Богу и нам, дьявол обманно внушил человеку, будто Бог завидует ему, и тем склонил его к преступлению заповеди. Завидует же он Богу, чтобы не сделалась явно и действительно всепетая сила Бога и боготворящая человека, а человеку, чтобы он добродетель, не стал, видимо, причастником божеской славы. Так этот пакостнейший завидует не только нам и из-за славы нашей у Бога ради добродетели, но и Богу из-за проявления всепетой любви его во спасение нашему. Бог по единому беспредельно мощному хотению благости своей объемлет и держит всех, и ангелов, и человеков, благих и злых. Они же все неравно причастны бывает Бога, не задержанно проходящего через всех, но сообразно с их настроением. Мы не признаем во Христе различия лиц, потому что Троица прибыла Троицей, и после того, как Слово воплотилось, через сие воплощение не приложилось новое лицо к Святой Троице. Но признаем к нему различие, в нем различие естеств, чтобы не исповедать плоти по естеству единосущную Слову. 220. Клятва преступник есть, то есть ложно клянется именем Господним тот, кто обещает Богу жить добродетельно, а потом все попечение свое обращает на иное, чуждое обету, собственными устами изреченному и через неисполнение заповедей приступает заветный обет благочестной жизни. И коротко сказать, предизбравший жизнь по Богу и для настоящей жизни не ставший совершенно мертвым, лжец есть и клятва преступник, как поклявшийся Богу, то есть обещавший тещи непорочно путем богоугодных подвигов, и не исполнивший того. Кто при рожении невольных искушений, подобно блаженному Иову и доблестным мученикам, переносит с непоколебимым мудрованием, то есть светильник сильный и сам хранящий неугасимый свет спасения, силой от Господа приемлемую. Но и тот, кто знает козни лукавого и сражения, столкновения, схватки, в невидимых бранях ведает, и этот, осеваемый светом ведения, другим является светильником, который, подобно великому апостолу, достойно может говорить, что нам небезызвестны его умыслы. Как без елея невозможно светильнику соблюстись неугасимым, так без обратившегося в навык благонастроения, питающего внутреннюю доброту соответственными тому словами, делами и нравами, равно как чувствами и помышлениями с ним сообразными, невозможно сохраниться свету даров духовных.
ибо всякий духовный дар соответственного себе требует и навыка или настроения, непрестанно подливающего ему, как елей, некое мысленное вещество, чтобы он по благонастроению, получившего ему прибыль, прибыл целосохранным. Бог именуется и бывает Отцом по благодати только тех, которые о своем благодатном от Бога в духе рождения свидетельствуют добродетельными нравами. В их нравах видится как бы лицо души, отображающее в добродетелях явные черты родившего ее Бога. И имеющие их располагают взирающих на них прославлять Бога, представляя свою жизнь для подражания, как изряднейший образец добродетели. Ибо не голыми словами прославляется обыкновенно Бог, но делами правды, много более слов, провозглашающими о божеском велелепии. Кто показывает в себе ведение осуществляемым деятельностью и деятельность, одушевляемую ведением, тот обрел точный способ истинного в нас Бога действия. Кто же имеет какую-либо из сих черт, разъединенную с другою, тот или ведение сделал пустою фантазией, неутвержденную, влающуюся, или деятельность превратил в бездушного идола, ибо ведение недеятельное, ничем не разница от мечтаний фантазий, не имея подтверждения своей деятельности, и деятельность неосмысленная есть то же, что идол, не имея одушевляющего ее ведения. Проклятая воистину страсть, надменность, состоящая из сочетания двух зол – гордости и тщеславия, из коих гордость отрицается от Творца добродетелей и природы, а тщеславие как природу, так и самую добродетель подделывает. Ибо у гордого ничего не делается по Богу, а у тщеславного ничто не происходит по природе. Писанный закон страхом удерживает неправды, приучает к правде. Со временем же навык в этом порождает правдолюбное расположение, от коего пребывает твердое к добру настроение, наводящее забвение предшествовавшей порочности. Обрезание есть в духовном значении совершенное стечение склонности к похотениям плотским. Суббота есть упокоение движений страстей или совершенное бездействие их. Бог повелел чтить субботу, новомесячие и праздники, не потому, что хотел, чтобы дни, как дни, были почитаемы от людей, ибо это значило бы узаконить служение твари более Творца, в той мысли, будто дни сами по себе естественно досточтимы, а потому и поклонение достойны. Но через постановление чтить дни он себя самого символически повелел чтить, ибо он сам есть и суббота, как упокоение от потопов, от потов и забот житейских, и от трудов по делам правды. Есть он и Пасха, как освободитель держимых в горькой работе греха, и Пятидесятница есть он, как начало и конец всего. 230. Жертвами духовными признаем не только умерщвление страстей, заколаемых мечом духовным, который есть Слово Божие, но и всех естественных сил посвящения Богу и огнем благодати Духа, принесения их во всесожжение Богу. Власть греха или плотское мудрование пресекается благодатью святого крещения, а деятельное повиновение божественным заповедям совсем умерщвляет его мечом Духа. Страсть чревоугодия с властолюбивым помыслом, как мечом многие добродетели обесчадствовала. Семена целомудрия убивает она невоздержанием, равнозаконие правды расклевает любоиманием, естественные союзы человеколюбия растекает самолюбием, и, коротко сказать, страсть чревоугодия бывает истребительницей всех порождений добродетели. Всякий ревнитель спасения прилежит и делам добродетелей, и святым помышлениям, ибо без добродетелей и ведения никогда никто не успевал еще улучшить спасение. Дело добродетелей есть приводить в чин движения телесные здравым рассуждением, как уздой искусно удерживая их от неуместных поползновений. А дело ведения есть добре обдумывать
и разумно обсуждать, как следует действовать, и потом располагать к исполнению того. Всякий умертвивший члены земные, и все свое плотское мудрование угасивший, и всякое к нему сочувствие отсекший, так что мог бы с блаженным Павлом апостолом говорить, кто отлучит нас от любви Божией, всякой таковой стал без отца и без матери, и без причта рода, подобно великому Мелхиседеку, не имея чем бы удерживали его плоть и естество по причине совершившегося в нем полного сочетания с Духом. Конец настоящей жизни несправедливо, думаю, называть смертью, а скорее избавлением от смерти, удалением из области тления, освобождением от рабства, прекращением тревог, пресечением браней, выходом из тьмы, отдохновением от трудов, утешением кипячения, укрытием от стыда, убежанием от страстей и, обще сказать, пределом всех зол, в которых святые, исправившись через свободное самоумерщвление, соделали себя чуждыми и странниками в этой жизни, ибо доблестно борясь с миром и с плотью и с исходящими от них восстаниями, и подавив из обоих их по сочувствию чувства, чувственным, порождающееся прельщение, они непорабощенным сохранили в самих себе достоинство души. 236. Святые были благи, человеколюбивы, благоутробны, милосерды, оказавшись одинаковое, имеющими ко всему роду расположение любви, силой которой через всю жизнь, верно сохраняя наилучшие из тех благ, разумею, смирение, сию хранительницу блага, разрушительницу противоположного им зла. Они прибыли неуловимыми для всех, тяготящих нас искушений, как произвольных, которые от нас, так и непроизвольных, которые не от нас. Восстание первых подавляя воздержанием, а приражение вторых отражая терпением. Страница 289, третий том «Добротолюбия». Блаженный Авва Фаласий. Краткое сведение о нем. Преподобный отец наш Фаласий процветал в первой половине VII века и был пресвитером и настоятелем одного монастыря в пустынях ливийских. С любовью к благочестию блаженный Авва сей соединял любовь к духовному просвещению и много занимался изучением Священного Писания. Он был современником святому Максиму Исповеднику, с которым состоял в духовном общении. Есть к нему несколько писем святого Максима, и ему посвящена им целая книга, содержащая изъяснение трудных мест Священного Писания. Святой Максим высоко чтил этого Авву, и в одном письме называет его даже своим наставником. Блаженная кончина его последовала, вероятно, не позже 660 года. Предлагаемые 400 изречений его о любви, воздержании и духовной жизни преисполнены назидания. Они все преимущественно нравственно-аскетического содержания. Но есть и такие, которые содержат догматические мысли, которыми пользовался святой Дамаскин в своем изложении веры. Если читать подряд только начальные буквы изречений по подлиннику, то получится определенная мысль, которая и ставится в начале каждой сотницы. Авва Фаласия о любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу. Сотня первая. Кое акро стих таков. Духовному брату и возлюбленному господину Павлу Фаласий, по видимости безмолвник, поистине же торгаш тщеславный. Любовь всецело к Богу устремленная связует любящих с Богом и друг с другом. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что не приличествует любви. Под видом любви скрывает лицемерие тот, кто устами благословляет, а сердцем уничижает. Стяжавший любовь невозмущенно переносит все печальное и прискорбное, что причиняет ему враги. Одна любовь сочетает твари с Богом и между собой в единомыслие. Истинную любовь стяжал тот, кто
ни подозрений, ни слова не допускает против ближнего. Досточестен перед Богом и людьми тот, кто ничего не предпринимает, что могло бы расстроить любовь. Нелицемерной любви свойственно слово истинное, от совести благой. Под видом благорасположения скрывает зависть, кто передает брату укорные слова от других слышанные. 10. Как телесные добродетели привлекают славу от людей, так духовные от Бога. Любовь и воздержание очищают душу, ум же, дух, осиевают чистая молитва. Силен муж тот, который деянием и разумом отгоняет зло. Обрел благодатью Бога, кто стяжал бесстрастие и разумение духовное. Если хочешь избавиться от страстных помыслов, стяжи воздержание и любовь к ближнему. Сохрани себя от невоздержания и ненависти, и не встретишь преткновения во время молитвы. Как в помойной яме нельзя найти ароматов, так в злопамятной душе благоухание любви. Обуздывай мужественно гнев и похоть, и скоро избавишься от худых помыслов. Тщеславие истребляется укрыванием добрых дел, а гордость прогоняется никого не уничижением. Тщеславие свойственно лицемерие и ложь, а гордости самомнение и зависть. 20. Властелин тот, кто над собой возвластвовал, и душу, и тело подчинил уму, духу. Искренность друга познается в искушении, когда бывает он общником нам в нужде нашей. Заключить чувство посредством безмолвного уединения и подвергай строгому суду помыслу, восстающие в сердце. О печальных оскорблениях помыслы встречай не злопамятно, а к любосластным относись враждебно. Безмолвное уединение, молитва, любовь и воздержание — это четвероконная колесница, возводящая ум на небеса. Изможди плоть пощением и бдением, и отгонишь мучительный, сластолюбивый помысел. Как тает воск от лица огня, так нечистый помысел от страха Божия. Большое зло для разумной души долго пребывать в срамной страсти. Переноси терпеливо удары печальных и душераздирательных случайностей, ибо таковыми очистить тебя хочет Божие промышление. Бросив имущество и отрекшись от мира, отрекись, наконец, от худых помыслов. 30. Подобающее уму дело всегда поучаться в словесах Божиих. Как дело Божие управлять миром, так дело души править телом. С какой надеждою встретим Христа мы, даже до ныне рабствующие плотским сластям? Истребляет похоть злострадание и печаль, произвольное ли или промыслом посылаемое. Серебролюбие есть пища страстей, поскольку оно поддерживает и растит всеобъемлющую самоугодливую похоть. Печаль рождает оскудение удовольствия или удовлетворение сластолюбия. Удовольствие же соплетено со всякой страстью. Какой мерой отмеряешь ты телу своему, соразмерно стою возмерится тебе и от Бога. Дела божественных судей бывают воздаянием за дела, содеянные посредством тела. Добродетели ведения рождают бессмертие, а скудение же их соделалось матерью смерти. Печаль по Богу отъемлет похоть, похоти же отъятие есть воскресение души. 40. Бесстрастие есть неподвижность души на худое, но ее невозможно улучить без благодати Христовой. Христос есть Спаситель души и тела, и последующий стопам Его освобождается от всего худого. Если хочешь улучшить спасение, отрекись от плотских властей и восприими воздержание, любовь и молитву. Бесстрастию свойственно истинное рассуждение, по которому все делается правою мерою. Господь наш и Бог есть Иисус Христос, и ум, последующий Ему, во тьме не пребудет. С
Собери ум твой и наблюдай за помыслами, и которые найдешь страстными, воюй против них. Есть три источника, из которых получаются помыслы: чувство, память и полносочие тела. Докучливее же из них те, которые исходят из памяти. Кому дарована премудрость, то делается причастным разумения бесплотных и знает, какое начало мира и какой конец его. Не неради о подобающей деятельности и просветится ум твой, ибо таковым обетовано сокровище сокровенное и невидимое отверзу тебе. Исайя 45.3. Обрел благодать у Бога, кто освободился от страстей, и великой милости сподобился, кто удостоен ведения. 50. Ум, освободившийся от страстей, делается световидным, будучи непрестанно осияваем созерцаниями всего сущего. Свет души ведения, которое, будучи лишен неразумной, во тьме ходит. Неразумный во тьме проводит жизнь, и его объемлет тьма неведения. Любящий Иисуса избавится от зла, и последующий ему узрит свет истины. Ум, освободившись от страстей, видит тонкие помышления, и когда бодрствует тело, и когда в сон погружается. Ум, достигший высшей степени чистоты, чувствует себя утесняемым тварями и желает быть вне всего сотворенного. Блажен, кто достиг беспредельную беспредельность. Достигшим же его может быть только тот, кто пришел все предельное. Испытывает словеса Божии, чтущие его, обретает же смысл их истинный любитель. Ум, правотою движимый, находит истину, движимый же какой-либо страстью не улучит ее. Как в существе своем недоведом Бог, так и в величии неопределим. 60. Какое существо не имеет ни начала, ни конца, того и премудрость неисследима. Спасение всякой твари есть всеблагое о ней промышление создавшего ее. Поддерживает Господь всех падающих и восставляет всех поверженных долу по милосердию своему. Христос есть судья живых и мертвых, и всякого деяния праведный мздовоздаятель. Если хочешь начальствовать над душой и телом, то упреждай оттекать причины страстей –